Так, 115-й Мерседес 2004 года, 639-м кузове, 150 лошадей. Машина пригнана с Польши. Здесь, можно сказать, в принципе, я ее довел до ума. Вот. Работает она отлично. Втулки, стойки стабилизатора, подушки. Все это я поменял. Три подушки, даже подушку на это делал сам. Я сам мастер, поэтому я никого не пускаю сюда. Единственное, что делаю, только одно. Один развал схождения, один раз сделал. И все. Вот. Защиту поставил. Вот. Стоит форсунки. Скажу сразу, я все сделал на стенде. Все это проверил. Машина заводится идеально. Работает тоже хорошо ее. С полуоборота. Есть люк в машине. Люк, он работает. Все, люк работает. Стоит магнитофон, акустика. Динамики работают. Отлично. Так, печка греет, сразу скажу, отлично греет печка. Стоит здесь в машине Вебаста. Вебаста не работает, потому что забитая центрофуга. Я этим не занимался. Не хотел, потому что меня и так устраивает. Хотя это все можно сделать. Все подключено, все работает. По поводу масла. В коробке поменяно. Коробка автомат. Резина хорошая в ней. На дисках она стоит. 9 мест. 9 мест. Все сиденья трансформер. Оригинальный салон. То есть ни переделки, никакой не Бердянск. Вот. Задние амортизаторы тоже поменены, новые, стоят новые. Вот, в принципе, эту машину довел. Ездить на ней получаешь одно удовольствие. Заводится она тоже отлично. Едет хорошо, сейчас вам покажу. То есть особого нет. Она сейчас прогретая, ну, есть видео, где я ее только что заводил, вот, а сейчас вот, как бы я проехался, поэтому тут вопросов нет, она сразу себе завелась, двигатель работает ровненько, чистенький, все, ремень поменен в нем. Колодки, все 4 колодки новые поставил тоже сам месяц. Ни до суппортов, ни к чему. Датчики все работают. Единственное, поменял табло вот это, потому что поменял эту панельку, потому что не работало табло, оно не видно вообще было и некрасивое. Я поставил другое, но это не проблема, могу его отдать. Вот. AUX, магнитофон, все, флешка стоит, все работает. Музычка работает, тюнер. Ну, в общем, работа нормально. Нормально работает. Свет в салоне. В салоне вон свет тоже, все, кнопочки все работают тоже. Кондиционер тоже работает, кстати, могу показать. Вот, ну, я покажу, вы не почувствуете. В общем, все работает в ней. Подогрев сидений тоже работает, кстати. Вот. Обогрев. Люк не хочу трогать, потому что там намерзло. Вот, но
работает люк без проблем. Это без проблем уже по ходу. Вот, ну в принципе эта машина, я доволен этой машиной. Машиной отличный мотор, класс, 150 лошадей, обалдеть. Едешь, отдыхаешь, получаешь удовольствие. Я на ней вожу семью свою, бывает людей перевожу, все, езжу только по трассе, в общем-то, и за машиной слежу. То есть стеклоподъемнички работают в этой машине. Тоже отлично, кстати, да. Без проблем. Все работают. Электрозеркала. То есть машина полностью. Ветровички. Я ее сделал под себя. Я бы ее не продавал бы, конечно. Я, может быть, и растамаживал. Есть возможность ее растаможить. Ну, жалко, если я не буду в Украине, поэтому эта машина может стоять. А зачем она мне, чтобы она стояла? Ездой этой машины я насладился. Мягкая, шустрая, быстрая. То есть вообще не вижу каких-то таких проблем. Хороший Мерседес. И в работе он, я его попробовал, в работе доступный. Хорошая моделька, неплохой 115, то есть вообще абсолютно. Запчасти есть, все меняется, то есть без всяких каких-то сложностей. Ну, естественно, если ты знаешь, я это знаю, поэтому я прошел. У меня свой есть блог, все работы не скрываю, все работы, которые я делал на этой машине, я их показываю. Если есть у кого-то желание, может зайти и посмотреть. Там видео всех работ по этой машине. Вот салончик пассажирский, заводской. Бери, садись, едь, работай, пожалуйста. Можно зарабатывать также. Я зарабатываю, то есть не хочу даже скрывать. Вот она тебя кормит. Подушки АРБ. Ну такое. Даже вот горит. Все. Если есть у кого-то желание приобрести эту машину, пожалуйста, звоните. Она находится в Киеве. Вот, я езжу в Одессу раз в неделю. Вот, передвигаюсь. Ну, вот так как-то. В общем, машина именно та, которая нужна для того, чтобы работала, блин. Насрать на эти все, блин, машины, которые, блин, легковые, блин. Бус, это, блин, я считаю, что эта машина достойная машина для того, чтобы на ней можно ездить и задницу катать, и людей. То есть ты можешь на ней работать, и ни ты, ни от кого не зависишь, блин. Всегда она тебе принесет живую копейку, то есть... Ну, у каждого свои расчеты на такие вещи, вот, поэтому смотрите сами, решайте сами. Кто хочет, тот возьмет. Я не настаиваю и желанием не горю ее там особо, чтобы ее отдавать, просто отдать за копейки. Один мотор, блин, стоит, блин, 1000 как минимум долларов, блин, в коробке автомат, идеально все. Тоже такие же самые деньги. Салон оригинал, мелочевки хватает. Поэтому, блин, я как мастер могу ее и разобрать, если что. Без всяких, мне не надо разборочек там, чтобы кому-то отдавать. Я не горю этим. В общем, есть желание, берите, покупайте машину. Если она вам нравится, пожалуйста. Сейчас еще раз ее заведу. А ключик тут отлично, вот. Дотронулся она сама. Фух, завелась. Все, и работает. Моторчик работает ровненько, блин. Я говорю, все просмотрел. Вот, послушайте. Шелестит. Шелестит почему? Потому что, я говорю, новый ремень, новая помпа, новые ролики. Все это я сделал сам. Все, это замену делал сам. Я никого не пускаю. Машины
Не верю я. Мало доверяю СПОшным. И, может быть, и есть хорошие мастера, но мы все можем забывать. Но если я гайку закрутил, я знаю, что я ее закрутил. В общем, вот такая вот петрушка. Ребята, спасибо за просмотр. В общем, удачи вам. Всего хорошего желаю. Только хорошего. Всего доброго. До скорых встреч.